В ДК «Литвинова» Кировского района продолжается ремонт. Здание преображается как снаружи, так и внутри. При этом весь советский антураж Дворца культуры обещают сохранить. Как идут работы, проверила глава Самары Елена Лапушкина. На данный момент, по словам подрядчиков, близятся к завершению электромонтажной работы. В ближайшее время приступят к прокладке слаботочных систем, сетей телефонизации и интернета. Идут работы по созданию систем водоснабжения и канализации. Система отопления функционирует уже второй год. Продолжаются работы по восстановлению фасада здания. В процессе реставрации эксперты пришли к выводу, что колонны надо укрепить. После укрепления приступят к облицовке гранитом. Сейчас вот здесь мы это заканчиваем вниз, встаем на эту колонну уже выше. Подготовительные работы. Так поэтапно будем ходить на каждую. Здание является памятником культурного наследия в целом, но охранный статус также имеют отдельные элементы – мозаичные панно, аутентичные люстры, которые сейчас на реставрации. Что касается архитектурных элементов фресок и живописи, эта работа выполнена в объеме 100%, за исключением частичных архитектурных элементов, которые находятся в местах производства отделочно-реставрационных работ. Они поэтапно восстанавливаются, то есть это кронштейны, карнизы. У нас создано здесь производство на заводском шоссе, там у нас ведется реставрация люстр. Двери все демонтированы. В большинстве своем они останутся оригинальными. Их сейчас реставрируют и частично восстанавливают. Идет подбор фурнитуры. Но в санузлах и там, где требует этого противопожарной нормы, установят современные двери. Напомним, после реставрации в ДК «Литвинова» планируют открыть три больших зала – концертный, театральный и конференц-зал. Предполагается, что у каждого зала будут свои отдельные гардеробы, гримерные, буфет. Кроме того, в обновленном Дворце культуры предусмотрели танцевальные и вокальные классы, студию звукозаписи, зал единоборств, спортзал для командных видов спорта и мобильную библиотеку. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.